Крутой показал выступающую без парика Аллегрову. Композитор Игорь Крутой выставил на всеобщее обозрение ролик с выступления Ирины Аллегровой, где она запечатлена без парика. Игорь Крутой показал пользователям сети, как раньше выглядела его подруга Ирина Аллегрова. В своем инстаграм композитор поделился с подписчиками архивным роликом с выступления певицы. Как пишут СМИ, на представленных кадрах артистка запечатлена без своего знаменитого парика, с которым ее привыкла видеть публика. Аллегрова выступала зачесанными назад черными волосами. Интернет-издание отмечает, что артистка на видео мало похожа на себя сегодняшнюю. «Мне подарила жизнь настоящих друзей. Я знаю, что они рядом в радости и беде, преданно и искренне реагируя на все, что происходит в моей жизни», — цитирует Крутого телепрограмма «Про». Пользователи сети в комментариях к посту заявили, что Ирина Аллегрова с любой прической выглядит шикарно. Тем не менее, некоторые подписчики отметили, что привыкли видеть исполнительницу исключительно блондинкой.